и лестницу как-то по-другому сделать. Ну да. Потому что это, блин, это. Ау. Не можешь зайти? Нет, не могу, не могу. Сейчас мозги, я... откуда? А зомби прайм. А, что из этого? Блин, жалко нельзя смотреть, что можно из этого делать, типа. А как делать портфель, типа? 5 слотов. Портфель 5 слотов? А, надо иметь паутинку, шерсть и сундук. И будет тебе портфель. Угу. Прикольненько. Смотрят, что-то еще можно делать. Так, что у нас тут? Так, что у нас тут готовится? Мясо, стейк. Стейн готов. Блин. Чё, как делать? Ну еще я нам сейчас сделал. Нефть. Так, где это все? Вот, что можно делать из этого? Я где-то видел этот. Медовик. Так. Медовик? Медовик. Кто мне пишет? Это не я. По-любому не я. Да спасибо, Дэш. Это не я. Это не, это не я. Да я понял, да это не я. Да мы поняли, что это не ты. Ах ты засранец. Так. Это не я. Да блин, все, Дэш. Гера. Так, пока Геры нету. Гера, что с ним? Его отрубило, он ушел в отключку. По-моему, он просто заснул. Потому что мы ведем... Мы сейчас это записываем, когда на часах 1:00. Да, поэтому... Могло случиться все, что угодно. Гера, проснись. Да, я здесь. Он проснулся. Он заснул на минуту. Так, я думаю, ты меня отвлек. Я тебя отвлек. Все, проехали. Я тебя отвлек, да? Сам заснул. Как мне доедет делать? Так, я вам даю еще полчаса. Да. Все. Это Ксения Борисовна. Кто не знает. Это полчаса. За эти полчаса. Даже меньше, может быть. Потому что, как я и сказал, сейчас 1:00. Все, перестань. Все, давай. Побежали. Побежали. Шо, на улице еще темно. Какой побежали? На, иди сюда. Так, засранство, вы где? Я тебе выдам 2 этих. Иди сюда. Сюда иди. Пошел сюда. Сюда пошел. Пошел сюда. Сюда пошел. Пошел сюда. Рассвет на улице. Иди сюда. На, бери. О, кирки. И че? Так, на улице светает. А ну не ломай стекло. Оно не восстанавливается. Я знаю. Так. Ты готов выходить? А, ладно, ты уже вышел. Я знаю. Так, куда пойдем? Так, лава. Не, иди сюда. Нет. Гер, вернись. И чё? Иди сюда. Чё? Куда? Я тут где-то пещерку видел. Понял. Так. Взял портал-пушку? Она у меня всегда с собой. Всегда с собой несу портал-пушку. Ой-ой. Надо избавиться от него. Все, я избавлюсь от него. Эй, скелет, я здесь. Где же я ее видел? А, он попал в нее. Там, где скелет. Все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас, подожди. Ой-ой-ой-ой. Все, я убил. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух. Все, ты убил? Да, не парься. Я нашел. Да, пещер? А вот. Подожди, тут еще кто-нибудь гуляет? Корова. Пойдем корову убьем. Иди сюда. А, мы факель не взяли, чудо. Да ладно. Ну, видите, ничего не увидит. Ой, тут крипер. Подожди, я убью его. А, вот, мы будем эти использовать. Как подсветку. Только они потом дальше не идут. Только в них случайно не попасть. О, подожди.
А нет, тут нет. Вот алмазы, только нам нужны другие. Какие алмазы? О, мясо. Подожди. Да я знаю. Да блин. Нет. Ой-ой. Ой, что ты творишь? А я умру, если я упаду? Да. Это был прыжок веры. А! И где все мое? Подожди, не трогай, не трогай. Тут много. Это уголь вообще? Да, это не уголь. Что это? Что-то другое. Это oil sands. У меня есть какой-то от него толк. Хм, у меня куда-то. Корова, умри, корова. Так, одну корову убил. Тут. О, тут много коров. А, как зеленый я хочу. О, овца. Овца, корова, корова. Овцу оставь. Овцу надо беречь. Потом придем к ним. Гости, подстрижем. О, смотри. О. О, еще корова. Так, ну хоть за хавчиком сходи. Еще надо на много. Да, чтобы браньку. Только назад надо вернуться. А, блин, а как мы вернемся? Да, там пещерка. Ты помнишь как? Да. Сейчас далеко, главное не уходить. Стоп, давай я сделаю лучше. Да не, все, ща назад уже идем. Блин, я не могу сделать. Все, успокойся, сейчас надо. Я хотел. Отойди, отойди. Я хотел Сон. ПВП включить ПВП что-то. Ой, выключить, чтобы нет. Не все, идем назад. Идешь? Подожди, что-то интересненькое, мое сердце чует. Это здесь что-то интересное есть. Ну, если твое чует, я пошел. Вот, пещерка. Если что, я тебе тут портал оставлю. Оставь. Пещерка. О, да, пещерка. И что там? Там, она вниз идет глубоко-глубоко. Mm. И там лавок, я вижу. Mm. Круто. Но мы еще не подготовлены, там железные кирки. Пока не заходи в тот. Я тут все пока вот прокопаю тот, что тут наверху. Окей, я тебе пока туннель тут оставил. Ой, не туннель, а этот. Сигнал. Так. Значит, как у нас. О, много железа. Да у нас. Подсветочка. Не, у нас с железом все нормально. Подсветочка. И такой выходит монстр оттуда. Я такой в саку. О, там что-то еще, там вверху что-то есть. Или что-то не идти, но я не подготовлен. Уголь. Ну, нам уголь а нужен. Где мы упали, кстати? Понятно. А, вот мы упали. В гигантских лесах там где-то. О. Не, мы упали, я еще где. А мы плотники. Так, отлично. Я нашел. Так, надо портоваться. Не, если что, там порт стоит. И чё? Я не попал. И он тебе вернет. Кому? Ну, а, тут ничего нету, фак. И не у меня. Я думал, тут что-то полезное есть. О, это, по-моему, выход к нам. Да, это к нам выход. Так, надо, я не знаю, то ли прокопать, чтобы нам было идти как-то. Или, как по старинке, тупо начать рыть новый. Понятно, я фопи. Я заблудился. Да там был портал, помнишь, где мы вышли? Не, я в пещере заблудился. Бля. Ну, ты знаешь способ вернуться. А, нет, вот, все, нашел. О, я нашел еще больше. Если найдешь уголь, это будет хорошо. Я нашел уголь 16. Ты нашел уголь? Да. Короче, если найдешь уголь, если ты это мы сделаем хотя бы там 64 уголя, даже меньше, то считай наш план на эту вообще. Все, что мы планировали. О, Крипер, привет! Умри.
Умри, портнись. Я нам пока эту сделаю постоянно. Ты сосранец. Все, он умер. И он такой сзади окажется. Жестокая реальность. Да. Слава богу, порт. Тут не настоящий порт. Пушка. Она убивает. Реальность. Уголь, уголь. Нам уголь нужен. Все, я стак угля принесу. Это хорошо. Нам вообще как-то надо угадать. Надо потом как Миши спросить, у Миши спросить, как делать силовой. О, я уголь нашел. Вау. Уголь, я люблю уголь. Как я ой-ой-ой-ой-ой, и вот этот крипер тут, и все, его нет. Слушай, ты так не пугай меня. У меня такое чувство, это был тот крипер. А там Стив. Там такой Стив такой, потроллил тебя. Хочу тебя отомстить, чего? Ты поменял меня. Чего я тебя не менял? Да ты поменял. Ты себя похож на кого-то, на какого-то монстра. Ты мой собственный скин. А твой друг похож на утку. Так, не надо моего друга. Я не утка, я утка-хипстер. Он утка-хибер, да. Хидер? Я утка-хибер. Так, потом туда. Слушай, а я набрал очень много угля. Мне повезло. Я считаю, весь... О, я портнулся... Слушай, где... весь уголь был под нами. Под нами! О, пески. Рядом можно с пески откопать? Вот, пески можно откопать. Зачем тебе пески? Это пески. Да. В чем суть этих песков? Чтобы ловушки делать. Брат мой. Это закрыть. Так. Копаем дальше. Входим в клуб. Все, я сделал. Я чуть-чуть песочка. Че ты нашел? Я портнулся на другой остров далеко. И сейчас. Ой. Не, я понимаю, у тебя есть шанс ко мне портануться, поэтому ты не паришься. Да. Но, блин. Че, меня не взял, да? Что там творили? А, мы тогда вообще не вернулись. Ну да, это правда. Ну я тогда портал оставлю и потом портнемся. О, лемур. А тут же портал не постоянно забыл. Он постоянно. Нет. Когда ты выходишь, он еще не выходит. Из игры? Да. Ну блин, понятно. А мы не будем выходить из игры. Мы будем пока скоро. Да, я спать, все. Прошел час. Ты спишь? Нет. Я играю. О, да, давай. А ты записываешь? Да. Отлично. Сколько у тебя памяти осталось? Еще много. Такой, откуда у тебя так много памяти? Бэйдикам. А ничего, что он жрет больше, а не ничего. Че, он жрет больше? Да. Че, фрапс больше, ты сам сказал. Я сказал, что качество у фрапса хуже. А за качество, как говорится. Огрипочек. Память. О, я нефть нашел. Супер. Нефть нам вообще зарезана. Жопа еще. Так, ладно, я сделал нам нашу пещерку. Надо будет ее как-то оградить. Вообще. Так, тасник я нашел. Так. Безучий песок. Не попасть. Сейчас. Глина, так. Нам нужна глина. Глина. А, это вообще не глина, это какой-то. Это какой-то камень. Странный. Какой-то камень странный. О, это офигенный камень. Это из того мы делали это. Наш замок. Помнишь? Да. А, ты был? А, тебя не было! Не было. Когда мы воевали или был? Не было. А, не было. Жалко. Ты где был в то время? Я, по-моему, вообще был. А, ты был в этом. На лыжах. Да? На лыжах катался. Блин, только много веселья пропустил.
Подуманец это летом. То есть я катался на лыжах, потом я пропустил много веселья. Ну... Я катался на лыжах горных, и я пропустил много веселья. Ну, блин, я не знаю, для тебя, я не знаю. Ну, я тоже на лыжах катался еще. Ну, да. Так, Дэш, перестань дышать в это. Я не дышу, у меня вообще микрофон. Он вообще не дышит, ты понял? Да, а у меня что-то такие звуки кто-то шумит. Это видно тебе. Нет. О, я что-то вижу, там что-то светится. Пойду. И такой монстр. О. Я тебя огорчу, Гер. Ночь, я знаю. Да, вот я тебе вот с этим хочу. Я сейчас по-быренку возьму, портал создам. И чтобы они все сдохли. Да я готов как никогда. Там что-то интересненько, правда. Там что-то светится. И... Что? И я голоден. И это вулкан. Факт. Это пол. И тут хипстеры бегают. Кушайте, 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 кушайте. Плохо. Кушайте, кушайте, кушайте. О, я вижу подземку. Я кушать не хочу. И тут такой крипер взрывается сзади за спиной. И тут такой, о, лол. А, причем крипер же и говорит. На небесах. Не, на чисто русском языке. Лол. Я убил их. О, они умирают. От того, что они телепортуются много-много раз. Они криперы. Бузеры. Убил. Убил. Убил, покорил. Я такое взял, портал пушку. И тут на меня только кто-то выстрелил. Я не знаю, кто это был. Ой, я есть хочу, о господи. Я не хочу уходить отсюда. О, надо портал оставить. Так, оставляем портал вот здесь. Вот, да, вот здесь. Все, я портуюсь когда-нибудь. Дань, ты где? А ты вообще куда протонулся? Тебе. Че ты? Пфф. Как выбраться отсюда? Я не знаю, где ты. Я тут. Где тут? Я перед тобой бегаю. Да, ничего интересного. Не нашел какой-то камень. Ах, офигенный камень. Главное, что мы мясо добыли. И ну, где жареное мясо? Там, в этом. Надо кровать сделать. Надо за овечками идти. Овечки там только. Еще надо лестницу делать вверх. Геморрой. Но здесь дерево. Надо больше древесины. Можно больше древесины. Нужно больше магии. Магии? Ай, блин. Что-то случилось? Я упал. Звездок? Нет. Ну, это хорошо. Ну, хоть это хорошо. Да, ты не сдох, как я. Так, ну все, я нам пещерку сделал. Пещерка там, где у тебя будет? Где? Шуткани. Не можешь шуткануть? У жены. А, помню, какой-то прикол был по этому, по теме. По этой теме. О, пещерка. А, типа это, когда мама, этот сынок такой говорит, папа, можно, это, типа... Не удается шуткануть. Не, ну типа, сынок говорит, о, папа, что это? Что у тебя? Это сосиска. А потом говорит, это, мама, что это? Это собачка. А потом бабушка говорит, ну, это, как он? А, фонарики. А потом мальчик приходит, говорит, о, бабой, включай фонарики, там сосиска, там собака сосиску ест. И это шутка. Это шутка года просто. А, такую как я не говорю, не знаю. Когда, блин, я когда не сплю, какую-то такую фигню говорю, господи. Нам тогда уже пойти поспать? Нет. Да. Блин, я завтра приду, хрен знает когда. Хрен знает когда. И на этой печальной ноте. И на этой печальной ноте надо на следующую экскурсию не идти с этими идиотами. Да. И тут мне такие завтра, ты чё, нас идиотами назвал? Да. А как вы узнали? Ой-ё! Канал. Этот же канал против меня, о боже. Чё, Дащ? Чё ты ноешь?
Но ныть? Хочешь, чтобы я заныл? Ой. Как Кармен, да?